тоже Степан Бандера, теми ж фашистами, теми нацистами був ув'язнений в концтаборі і сидів всю війну в концтаборі тільки за те, що він хотів незалежної України. Тільки за те, що він відмовився на вимогу Гітлера відкликати акт 30 червня 1941 року про відновлення української держави. Тому це якийсь нонсенс. Я можу додати, не? Ну, мне удивительно, мне, вообще-то говоря, для меня совершенно очевидно, что Гауптман Абвера Роман Шухевич имеет прямое отношение к фашизму, как Абвер имеет прямое отношение к фашистской Германии. Это одна из спецслужб немецкой армии. Поэтому говорить о том, что Шухевич и Бандера не имеют никакого отношения к фашизму, с моей точки зрения, более чем странно. Во-вторых, вы говорите о том, что Бандера был репрессирован после того, как он отказался отозвать акт о независимости. А где в это время был Шухевич? Он благополучно, ну, во Львове, а потом в Беларуси. Он благополучно он находился в составе немецко-фашистской армии и боролся против партизанского движения еще полтора года. Вот у меня вопрос, если Бандера был против фашизма, почему он не расстрелял Шухевича? Нарушил Шухевич, Роман Шухевич, принципы ООН. Нарушил он дисциплину. Бандера уходит в оппозицию, жесткую оппозицию Гитлеру. А Шухевич в это время воюет в немецкой, не воюет в немецкой армии, сражается против белорусских партизан под командованием фашистского преступника генерала фон дер Залепского, так? Сергій Петрович. Почему не расстреляли? Я пропоную говорити мовою фактів. Ми всі знаємо, як факти. Сьогодні це питання заполітизовано. Ні, простите, я факти привожу. Конкретний факт. Давайте користуватись документами. Буду відповідати документами. Якщо ви кажете, що Бандера, так би мовити, визнаєте, перейшов в опозицію до Гітлера, нет, я спрашиваю, если он перешел в оппозицию Гитлеру, почему не был наказан Шухевич? Бандера был в Кракове, уже под контролем Гитлера, в тот час, когда Шухевич был в Львове. Вы это прекрасно знаете. А он действовал или нет? Діяло. Но почему не расстреляли Шухевича? Но я сразу до вас питання. Если вы относите Бандеру до злочинцев, до коллаборантов, так как я понимаю, немецких, то тогда мне поясните, почему этого... Ще в роки війни не бачила радянська влада, та ж партія. Я вам пред'являю документ. Да. Ось документ про переговори. Полковник Карін, полковник КГБ від імені Хрущова веде переговори із підпіллям ОУН. З тим, щоб вони склали зброю. Це документ з архіву секретного. Бачите, совершенно секретний. І в цьому документі полковник Карін від імені уряду, від імені Хрущова, перший секретаря ЦК КПБУ, тобто вашого попередника, так скажемо. Ні, я не був ніколи секретарем ЦК КПБУ. Ви путаєте. Ви в керівних вишлен ЦК. Ви гораздо більше. Ви раніше мене в партію вступили, ну це ж факт. Так. Поэтому давайте не будемо сказати. Ні, ну ви в керівних органах партії. Я не був секретарем ЦК. Давайте не будемо переходити на особистості. Член ЦК, ну це керівний орган партії. Так от, що каже від імені Хрущова відомий нам полковник Карін? Я цитую. Значить, він каже так: нам, звісно, відомо, що Степан Бандера, Стецько і другі освобождені німцями із тюрми. Звісно також, чому і для чого вони німцями освобождені. Но я вам должен сказати, що ні Степану Бандері, ні Стецько, наприклад, ми не збираємося ставити вину все те, що мало місце в період окупації, т.е. організацію для боротьби з нами УПА і ту лінію, яку проводив і проводить до настоящого часу в відношенні нас центральний провод ОУН. Чому? Тому що Степан Бандера і Стецько знаходились в то время в німецькій тюрмі. Це каже радянська влада у 45-му році. Ви сьогодні продовжуєте говорити, що Степан Бандера злочинець. З удовольствием. Колаборант. С удовольствием вам отвечу. Во-первых, я фиксирую, что вы не ответили на вопрос, почему Шухевича за нарушение дисциплины не наказали. Хорошо. А теперь отвечу на этот вопрос. Ведутся переговоры фактически о капитуляции. Ну, людям говорят, если вы сложите оружие, то все ваши прошлые действия будут забыты. Им вас простит советская. Ну, это же элементарно. Это суть этого документа. Она заключается именно в этом. Но я хочу сказать, что не полковники определяли то, что Бандера является гитлеровским пособником. Не полковники, а объединенные нации, когда были созданы. Объединенные нации в январе 42 года.
там около 30 государств. Государств и движений. Ну, сражающаяся Франция не была государством, отсюда такое название. Было решено, что всякая страна, всякая организация, которая сражается, которая воюет против одной из объединенных наций, воюет против всех объединенных наций. Как известно, Бандера публично заявлял и действовал в этом направлении, что он сражается против двух объединенных наций, причем ведущих. Это Советский Союз и Польша. Поэтому с точки зрения международного права, с точки зрения международного права, Бандера и Шухевич сражались против объединенных наций. Это так. Это международное право. Ну, якби це було так, то Нюрнберзький процес їх засудив би. Отвечаю. А ні, він отвечаю на этот вопрос. Отвечаю на этот вопрос, чтобы расставить все точки на «и», потому что и мои некоторые коллеги не совсем точно говорят по этому вопросу. В приговоре Нюрнбергского трибунала, безусловно, не было осуждения бандеровщины. Это факт. Но, когда создавался Нюрнбергский трибунал, в его уставных документах было сказано, что в рамках этого процесса на Нюрнбергском трибунале судят главных немецких преступников, деятельность которых не связана с конкретным местом действия. Что касается всех остальных военных преступников, то их судят в рамках национального законодательства. Когда бандеровцев судили в Советском Союзе, в Польше, по-моему, в Чехословакии, их судили в рамках Нюрнбергского процесса. Хотя и не в Нюрнберге. Ну вот Хельсинкский процесс. ОБСЕ принимает решение в рамках Хельсинкского процесса. Хотя это происходит не в Хельсинки. Поэтому их судили в рамках Нюрнбергского процесса, как он был создан. Поэтому в рамках Нюрнбергского процесса бандеровщина осуждена. Ну, естественно, не судили их в Нюрнберге. Гитлер и Бандера. Предъявить вирок суду, яким засуджено Бандеру, як колаборанта и злочинця. А его не осудили, и Гитлера не осудили. Так и не осудили. Я прошу прощения. Гитлеризм, нацизм засудили. Я прошу прощения, Гитлера тоже не осудили. А действия Бандеры, бандеровщины осудили. Ну, Гитлер веру, военный покажи. Преступник или нет? Військовый. Ну, а как? Он его же не осудил. Назовите так, мне документ, которым его осудили. Так, у Гитлера не было. Так, он не был на суде. А Бандера мог быть на суде. А Бандера в Німеччині. А Бандера сбежал. Куда? В Німеччину? Да. Так там же он въехался, у него под Нюрнбергом жив. Ну вот, его не выдавали. Его не могли найти. Его не выдавали. Не выдавали. Это вопрос не ко мне. А чего не выдали? Это вопрос не ко мне. Не к вас. Так тогда не говорите такие заявы, мифы, а говорите по документам. Давайте, я как раз по документам так говорю. Так вот я документы еще раз я вам говорю. В уставных мифы. Документах. То это намеры. В уставных документах Организации Объединенных Наций это сказано, это документы.